Мы находимся, как это называется, в кафе «Сковородка» в Твери, рядом с городским пляжем. И вот что мы заказали. Два супа солянка. Суп солянка, значит, по 79 рублей каждый. Салат какой-то, сельдью картофельный 47, вот он.
этот салат, как называется, городской, 65 рублей. Гренки с чесноком, такие красивые. Они по цене 25 рублей. Супчик, бульон куриный с яйцом, 43 рубля. И второе, что у нас, котлета домашняя, 94 рубля. Рис отварной, 42 рубля. Соус томатный, подлива, 12 рублей. Это вот здесь. И все вместе нам вышло 486 рублей. Кафе «Сковородка», город Тверь. А какой адрес? Улица Мусоргского, 4/53. Нам приятного аппетита.